Ну а по утрам, дорогие друзья, зарядку никто не отменял. И сегодня в нашей студии появилась фитнес-инструктор Полина Семидицких. Полиночка, доброе утро. Доброе утро. Рады видеть. Доброе утро всем. Что ж, сегодня будем работать? Да. Будем работать на пресс, прямые мышцы живота. Пресс будем качать стоя на руках. Ну что ж, начнем. Становимся на руки, на носочки и стоим. В таком положении мы стоим от 30 секунд до минуты. После этого, как прошла, сколько мы простоим, 30 секунд либо минута, у нас в работу входят руки. Ладонью касаемся плеча противоположного, раз, и другая рука, два, три, четыре, пять, со стороны смотришь, кажется, шесть, как все просто и легко. Семь, хоть сейчас миллион раз восемь, выполнить. А Полина, девять, думает, да, и десять. Раз и три подхода. Попробуем. 10 раз сделали. Потом, стоя на руках, у нас входит в работу ноги. Нога к груди, раз, и смена ног, два. Чуть-чуть ускоряемся. Это же скалолаз. Да. У скалолаза, можно сказать, три вида. Это к груди, к локтю здесь в больше работают можно косые мышцы живота. Что? В одном подходе можно чередовать? Да, хвост? Можно. Отлично. И к противоположному локтю внутри. Раз, два, три, четыре. Такого мы делаем три подхода. Каждой руке мы делаем по 10 раз. Ножка тоже по 10 раз в каждую сторону. И следующее упражнение. Становимся на ручки и на колени. Спина у нас прямая, животы втянуты, пресс напряжен. Выпрямляем левую ручку и правую ножку. Выпрямляем. В таком положении задержали секунды две и соединили колено и локоть. Сделали выдох. Выпрямляемся. И выдох. Обязательно правильно дышим. Это очень важно, особенно когда качаем пресс. И меняем руку с ногой. Стараемся спиной не работать, то есть нет такого движения, что мы прогибаем, выгибаем спину. Спина прямая. В данном также упражнении у нас хорошо прокачивается спина. Не забываем, это спину нужно прокачивать всегда и вместе с прессом. Ой, какой приятный и хороший комплекс. Вот правда, смотришь на тебя и невольно сидишь и втягиваешь живот, пытаешься там что-то сидя хотя бы качать. Ну, друзья, пока вы дома, у вас есть возможность сделать зарядку, сделайте ее, пожалуйста, это будет вам только на пользу. Мы благодарим нашего фитнес-инструктора Полину Семидицких. Полиночка, увидимся на следующей неделе. Всего хорошего, до свидания. До свидания.